В этом видео мы покажем пример установки GPS-трекера GPSM Pro с подключением к эндшине бортового компьютера на коммерческий автомобиль Fiat Doblo. Для того, чтобы контролировать расход топлива с помощью кэншины, необходимо установить GPS-трекер, который поддерживает CAN-интерфейс. После монтажных работ владельцу предоставляется логин и пароль для входа в мобильное приложение. GPS-трекер будет отображать онлайн местоположение авто в реальном времени. Считывать все данные с бортового компьютера. Скорость автомобиля. Количество топлива в баке. Средний накопительный расход, пробег автомобиля по данным одометра, обороты двигателя, статус зажигания. Также можно контролировать пробег, историю маршрутов за определенный интервал времени. На карте отображаются иконки остановок, стоянок, заправок. В один клик можно экспортировать отчет в PDF со всей статистикой. История хранится 1 год. Переходите на наш сайт, ссылка в описании. Детально ознакомьтесь с возможностями программного обеспечения. По вопросам установки GPS-оборудования обращайтесь к нашим менеджерам. Сервисные центры есть по всей Украине. Заказы отправляем новой почтой. Также есть самовывоз в Киеве. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.